раз уж горохострелов у нас теперь два, значит пришло время познакомить вас с первобытным подсолнухом. Уже не терпится познакомиться. Эй, подсолнух, давай к нам. Ну, привет. Всем доисторический привет. Ну что, покажем зомбарям силу первобытного подсолнуха? Хотя у нас с ними долгая история знакомства. Это точно. Мы тебя знаем как облупленного. Ну тогда без лишних разговоров давайте дадим волю естественному отбору. Ишь ты какой умный тут нарисовался. Тут ты прав. Я никогда не страдал отсутствием интеллекта. Значит, у тебя мозгов много. А это для нас только плюс, хоть ты и трава поганая. Но, как в любой другой день, мозгов вам не видать. Нас это никогда не останавливало. Может, до мозгов и не доберемся, но хотя бы вам день испортим. Ну и смысл жизни у вас. Шли бы чем-нибудь полезным занялись. Да они только и могут, что мешаться, да брошек друг у друга вычесывать. А еще мы динозавров умеем приручать. Не забыли? А у нас духогрипп есть. Не забыли? Если честно, духами-то были немножко. Ну, сейчас вам ваша же хвостатая бандура и напомнит. Мы ее уже одурманили. Тогда нужно раптора скорее сюда, пока у них гриб этот вонючий не созрел. А на этот случай у нас вишня имеется. Все-таки отлично вы там в будущем прорвились. Вишня ваша просто класс. А как тебе голограмма стена ореха? Это вообще инновация из далекого будущего. Ого, впервые вижу такое. Хорош там похваляться. Где-нибудь у вас все равно слабое место найдется. Давай, подлетай поближе. Мы тебе растолкуем, где у нас какие места. Привет, перелетчик. Лови булыжник в... Как залетел, так и улетел. Еще рапторов ведите. Будем брать их количеством. Давайте-ка снизу одурманим раптора, а сверху вишни ликвидируем самих зомбарей. Вот так как лучше. Отлично сработано. Кажется, наша карта бита. Ну, хотя бы стегозавр еще с нами. Ха, не успел ты порадоваться, как его и след простыл. Ну что, добиваем эту сладкую парочку, и можно расслабиться. Тоска зеленая. Пора вам новых динозавров дрессировать, а то что-то слишком легко с вами сражаться стало. Ну что ж, эта битва оказалась очень скоротечной. Но мы здесь ни при чем. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующую серию. Пока!